Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор Рисосол AGP ПАВ масленичной пальмы. Это идеальное средство, которое вы можете использовать для приготовления различной косметической продукции. Все мы знаем, что ПАВы являются незаменимым ингредиентом во многих продуктах. Однако они бывают натуральными и синтетическими. Первый намного лучше, так как полностью безопасны. ПАВ масленичной пальмы является универсальным компонентом, который полезен для кожи. Он способен смягчать и восстанавливать эпидермис. Кроме того, данное вещество создает защитную пленочку. Косметические продукты ПАВ масленичной пальмы добавляют для улучшения их основных качеств. Например, для создания пены, улучшения вязкости и консистенции. Также этот компонент обладает антистатическими свойствами, что весьма полезно для локонов. ПАВ масленичной пальмы повышает эффективность активных компонентов, которые содержатся в косметической продукции, а также снижает их агрессивное воздействие. Вот почему без данного средства сложно обойтись. ПАВ масленичной пальмы имеет такие свойства. Делает эпидермис мягким и создает на нем защитную пленочку. Обладает антистатическим увлажняющим эффектом, улучшает вязкость и консистенцию косметических продуктов, повышает эффективность активных компонентов, которые есть в основном продукте, снижает агрессивность косметических компонентов, улучшает пенообразование. Применение масленичной пальмы таково. Бытовая химия, такое как средство для мытья посуды, порошки и так далее. Различная продукция для ванны, средства для локонов. Вот в такой удобной бутылочке мы отправляем ПАВ масленичной пальмы нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!